Ребята, всем привет и приятного аппетита! А перед началом этого видео я хочу напомнить вам о своем телеграм-канале, где я абсолютно бесплатно даю аналитику на матчи по Доте и Counter-Strike. Тут мы с вами фармим нереальные винстрики, а также побеждаем на Инте вместе с Team Spirit. Вся история открыта и доступна. В моем телеграм-канале вы всегда можете найти крутые акции и участвовать в розыгрыше самых разных призов. А для новых пользователей я приготовил ответы на часто задаваемые вопросы. И фрибет на сумму первого депозита. Присоединяйся, ссылка в описании. Потихонечку развиваемся, и вот нас на Фурионе уже узнают и уже уважают и даже боятся. Приятного просмотра. Предыдущий раз Nature's Profit 25-22. Что еще есть купить? Сейчас подумаем, посмотрим по драфту. Марс. У нас керри нету в явном виде. А что у нас по станам? Вроде станов вагон, кстати. А, нет, показалось. Станов тоже нету. У нас на стан только Сенкинг. Че, Глипнирыч придется брать, наверное? Как будто нужен какой-то контролич. Типа Глипнира. Разберемся. Да, я думаю, норм. Играем так, в этой каточке. А я понял, где у тебя вард, мужик. By my shaggy bark. 30 seconds to battle. Это сюда. Саша, спасибо за 100 большое. Спасибо тебе за поддержку. Спасибо за фидбэк по общению с моей девушкой. Вот, ну да, у нас с ней все хорошо. Почему бы мило не пообщаться в таком случае, правильно? Сейчас купим сразу с центре вардик. Челебос живет. Ах, попрятали курьеров от меня. Все попрятали, по миникарте видели, нет? Все курьеров своих увели. А тут призовем, тут надежнее будет. Псс, парень. Тебе кресло нужно? А какое хочешь, ты знаешь? Да ты по адресу. Я разыгрываю кресло совершенно бесплатно для победителя с доставкой. Еще и помогут подобрать. Ссылочка в описании. Все равно ничего не понял. В общем, по ссылке в описании моя группа ВКонтакте. Все, что нужно сделать, это подписаться и лайкнуть пост. После этого ты участвуешь в розыгрыше кресла. Кроме того, у меня там проходит конкурс на мемы. Так что, если у тебя хорошее чувство юмора, то ты можешь еще и на этом подзаработать. Ссылочка в описании. А, не по тому попал. А чё, ласхиты сегодня будут залетать, нет? Токенай. Нормально, попинали типа. У него есть манга, кстати. И на мне один стак. Я, пожалуй, на чили бы под вышкой закачал это дело. Пока что. Раз, два, три. Делаем вот так вот.
Регенимся на фул. Поехали. Ту-ру-ту-ру. Ну, допустим. Не отденайлы, хорошо? Перчаточ подъехал. Че у него ботал, но не фул. Ух, ё-моё, denial, пока я тут отвлекся. Понимаешь ли? Это сюда. Стакать не даем на себе. Ветер молчит. Ой, какой классный трек. Как он по мне попал, ё-моё? Yes. Чё по мане у него? Ноль. Одному лишь нужна. Мимо ноль леса сейчас. Отлично. Не зря же я скаутил, что там вард, правильно? Го-го-го, я лечу. Хорошо. Че купить? Я в молнии, да, собирался выходить? Вроде да. Тогда вот так сделаем. Поехали. Вот это я бы еще взял. Нет. Маны вообще по нулям. На базу бы слетать. Ну, слетаем. Что мы южным зовем? Тюрум. Как же мы все расконтроливаем, ребята, ё-моё. Он запушит, нет, интересно. Ульта откатывается, да. Могу в тюрьму куда-то выйти даже. Могу в бот пролететь. Го-го-го-го. Го-го. За ворота поехали? Ребята. Спушиваем. На не твоя. На сейфе пушит? Пушит.
Но я крипов уведу от вышки. Пушим, пушим. Ну, он четвертый пока только. Ну, хотя там много народу на самом деле пролетело. Я бы отошел. Фигово, что я без портала. Но линия в мини меня подождет. Пока выживаем максимум просто. Возможно, вы из фурыча. Ну хоть баунти не дал ему нормально залутать. Это идем сюда, это идем сюда. Ага, здесь уже брали. Нормально. СФ не убил, но вышку заберу. Ух, ребята, как мы четко все делаем на фурчике, конечно. Не убавить, не прибавить. А чё он такой быстрый? Это я заберу себе, пожалуй. Это я не могу себе забрать. Топ мы тоже пропушили, отлично. Окей, подолбим лесок немножко. Хорошо. Яу-мяу, здравствуй, рад тебя видеть. Спасибо, что залетел давненько. Не видели с тобой относительно. Так. Прошу, интервью понравилось. Это очень круто. Да, версия была не совсем стандартная. Спасибо за это самое. Next Composition. Уже оригинал, да? Больше похоже по названию. Спасибо, спасибо за трек. Ну и прошлое было на самом деле приятная такая. Можем файтиться, я пролечусь еще. Далеко. Я бы бот допушил. Поехали. Че он играет через Софья? Через что? Вообще через ничего. Он играет через ничего. У меня просто денег нету, через что-то играть. А вышка-то почти упала, можем сразу убориваться в нее. Ух ты. Любитель бахнуть аренку. Кто ты фокусишь, могли СФО убить сейчас спокойно. Кого там гасим? Всех по чуть-чуть. Го, покачаемся. Молнии готовы. Фарм отличный. Возможно, кипнир зарашу на самом деле, из того, что я вижу. Темп у меня высокий. А, кстати, да. Феникс была на рассвяточку у нас солидная.
Рунка в боте была. Забираем вот это сюда. До туда не добегу. Все, стоим, качаемся, не паримся, ребятки. Ух-ух-ух-ух-ух. Вот это ганги-шманги у них тут организовываются, конечно. Догоним? Догоним. Сюда. Нашел куда дойти. Я вот это хочу, не хочу, интересно. Нет, наверное. Дайте вот это, пожалуйста. Это топ-слот для Фуриона. Просто тир миллиард. Насколько он офигенный. Сейчас Рошан чекну. Возможно, на Рошане урса. Будьте готовы, я чекну сейчас пинку. Только если вылезет оттуда. Пока не на Рошане. Блин, ну, ребят, я не успеваю пока отъедать. Очень много экшона происходит. Делает. Кто-то умирает, хорошо. Где снизу? Феникса там схавали. Просто топовое яйцо было сейчас. Пойдем покачаем чутка. Чутка иншей подубасим, ребятки. То маловато фармим в последнее время. С шардом уже можно будет пушить топ. Под катапу хочу топ снести потом. У меня шард будет. Тогда БКБ, наверное, соберу. Потому что варенье Марса вообще не кайф. Он умер. Глипнирчик-то не будем рашить. Ё-моё, композиция, ребята, я не успеваю даже ответить вам. Он с крипами, да? Ну, катапа только подходит пока. Топ. Уэй. Скаутим. Смотрим, что здесь кто. А что это такое вообще? Вышел. Ну, попинали нас немного. Мы там все были, интересно? Да. Но вышку мы пробили тоже очень хорошо, я считаю. А вот на Рошана еще Руса может дернуться. Сейчас все стакнем, выкачаем кучу нейтралок. Ну не все, стакнем только вот это, значит. Раз тут уже Баланарыч поселился.
Теперь вот здесь. Тут караулим, хорошо. Какого бы героя я не выбрал на свою сигну, ребята, я могу им чекать Рошана. Это угарная тема. Это мне нравится, кстати. О, дайте, дайте. Качаемся, качаемся. Несем себе топовую нейтралку просто. Это мое. Давайте топ доберем. Ладно, я топ сам добрал. Без проблем, ребята, без проблем. Пойдемте здесь покачаемся. А что, мне не доехало это? А, окей, бывает. Хорошо, надо забрать, забрать его, когда БКБ появится. Это сюда, это сюда. Подождем, не торопимся никуда. Никуда не торопимся, ждем. Нейтралочку на стоповую есть у нас уже. Так. Фух, сейчас хотя бы это самое, всем все отвечу. Алексеевич, здравствуй, спасибо за 100 рублей. Спасибо большое за поддержку. Как золотая победа, кроме науки, захват столиц. Вообще не получается через культуру или дипломатию, в стандартной версии ЦИВы без религии. Что ты имеешь в виду, гайд на игру тебе сделать? Я так не смогу. А так, какие условия победы есть, ты можешь, ну, всегда вот там, вот вверху справа есть выпадающая менюшка и... Как раз вот дипломатическая, наверное, да, культурная там и так далее. И там написано какие условия, ну то есть, что именно для этого требуется. Здесь, наверное, Google больше поможет, там именно почитать надо, ничего там сложного такого нету. Вот, ну и эти гайды запиликать не смогу, что надо делать, чтобы победить так. К сожалению, тут у меня это самое. Опций нету, честно скажу. А, давайте здесь покачаемся. Скорость атаки хорошо. Денежки фармятся, все под контролем. Что, потише сделаем? Ников отвел, потому что там и собой сейчас просто 2 кала их зафармил. А вот так засейвил. Пенечка в БКБ появилась. Сейчас буду Рошана пиликать потихоньку. Там инвиза-то нету, интересно, типов. Смотря на белочки. Не, со мной стоит. СФ в боте, СФ через ветра играет БКБ. Хорошо. Не бивай бедного пенечка. Вы чары на Рошане. Ну, кстати, поздновато поставил. Чуть-чуть. Грипнирочь дальше, да. И теперь можем драки искать. Находите драку, я пролечу.
Под меня побежали куда-то. Но в тройке найдем, наверное, кого-нибудь все равно. Не, не найдем. Ребятки там были все, да? Отлетаешь, пупсик. Своими ультимативными. Тоже отлетаешь. Этого закрываем, пытаемся. Пробиваем. Отлично, ребятки, отлично. И сразу в ХГ. Они глиф еще потратили. Вот так вот, ребята, играет профессиональный Фурион в эту игру. Это все спушено. Пушим, 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 пушим. У них все кнопки КД. Они даже ульту СФ отдали. Еще пролечу со шмотками. Ну хотя ладно, уже стоит выйти, я думаю. Если подайвят за нами, можем подраться вот здесь принять их. Поехали, поехали, поехали. Хорошо, хорошо. Вот так вот. Даже Аегис не потерял. Так сказать, не почувствовал оппонентов, ребята, не почувствовал. Молодцы. Сильно, сочно, мощно. Блин, как же мне нравится Фурчик. Как же много он может. Настолько же герой темпа просто. Потом наверх переключаемся. Ждем немножечко. Давай. Спавнись. Спавнись, роботеги. У них скиллы, кстати, откатились уже. А вот воля к победе не уверен. Хотя вроде смоков что-то жамкают. Но я с БКБ, я ЕГИСом, я вообще ничего не боюсь. У меня есть, можем драться. И этого тут даже. Да ладно, выжил. Да ты чё? Да ты что? Пойду отрегенюсь, ребятки. Кирасу хочу здесь, наверное. Меня неплохо так курса погрызла в какой-то момент времени. Однозначно неплохо погрызла. Дисконнект. Пролетаем сюда, пушим. Там пушить уже больше нечего. А ведь выглядело все так статично, да? В какой-то момент. Просто раз, перевернулось. Травоман. И все, и поехали. Привязка спраут, уже 20-й левел. Красиво, сильно, мощно, быстро, сочно. Я твой кумир, Роман. Понял, понял, спасибо. Всегда любил твое творчество. Уважаю. Как тебе мой ник? Восхитительно. Девиз по жизни. Поставил бы себе такой? Нет, не жена запрещает. Так, ну пока живем. Я разрешаю. Ну, пока твои разрешения совершенно не актуальны. Вот штамп в паспорте будет, тогда разрешай. Совсем еще юный, не обстрелянный. Пытается что-то там против Сашки разрешить. Ё-моё. Ты видел это?
Ух ты, да ладно. Напинываем, наваливаем. О, респект от жены заехал, ребята. Знаю, знаю, как это смотрит. Шарю этот момент. Все, сносим. Максимально образцово-показательная каточка получилась у нас. Тупо вынесли оппонентов в нулище. Причем СФ в миде-то под... такой, довольно потный был паренек на старте. Но ничего. Мы его переформили и стерли в порошок. Губа, пинаем его, что ли? Он привязан все-таки. Я могу вас помочь, если передать привет. Только один. И то потому, что ты мой кумир. Давай, может два? Нет. Эх, приняли меня. Типают. Они даже сейчас умудряются как-то токсичить. Вы чё, парни? Да я ж вас переехал просто. О чем речь? Чё взять next? Сатаник, наверное, неплохо будет смотреться. Чтоб я был толстый, здоровый и неумираемый, правильно? Так, причина. Здравствуй, братик, ты когда планируешь вставать? Вот после этой катки встану, сбегаю. Надо мне по техническим причинам. Спасибо огромное за 500 рублей. Спасибо большое тебе за поддержку. Приятно, очень это самое. Получить было. Большое спасибо и приятного вечера с нами. Так, Энс точка. Ждал этого героя, поэтому подзадержусь пока. Вы готовы для короночки? By my shaggy bar. Так. Мы ее уже прослушали, правильно? Да, да. Слушай, я рад, что тебе нравится фурчик. Это кайфово. Потому что чуть-чуть, а фурчика у нас будет ого-го сколько. Так что это ты правильно себе выбрал героя. Такого же, как и я. Трома, смотри, там это самое. Виталий Валюху. Привязан. Отдыхаешь. Откисаешь по полной программе. Виталий Валюху, передай приветик, пожалуйста. Это вы сюда, Виталий Валюху, привет. Еще можешь этому? Нет, не могу. Андрей Важнову, все понял он. Ну извинись тогда. Ну все, ребята, закончили. КДА 28. Ну это было жесткое вхламище, я считаю. Тут было прям... трава жесткий. Спасибо, спасибо, Марсыч. Благодарствую. Старались. Нет, мне реально... Я реально начинаю уже кайфовать со своего геймплея на Фурионе. Потому что... все меньше ошибаемся, все больше понимаем, что нужно делать. Да. 24 тысячи урона по героям, столько же по зданиям, просто один в один. Чё по графикам? 10-я минута, SF 3600, я 4800. Ну я тут просто улетел по нетворсу, конечно. А чё по рангам? Ну-ка давайте посмотрим, против кого играли. Без рангов, Титанчик. Мальчик-Титанчик против нас, Рапира 4. Без ранга. Без ранга, ну. Третью катку против. Почему в паблике тренируюсь? На интернешнл всегда успеется, правильно? Так, закину немного ностальгии. Mortal, спасибо огромное за 450. Спасибо большое тебе за ностальгические треки из Diablo. Я в Diablo, правда, не играл, но... ребята, надеюсь, это самое, ностальгию поймали. Спасибо. Спасибо за музыку, очень признателен.